Приветствую всех на моем канале. Сегодня будем тестировать вот такие вот элементы LG HE2. Подозрение у меня есть, что это, конечно, не оригинальные элементы. Ссылка будет в описании к ролику на эти аккумуляторы. Заказывал их мой друг на пробу. Я так понял, он хочет для шуруповерта, но мне кажется, они не пойдут для таких целей. Сейчас мы это посмотрим. Этот будем разряжать 20 амперами, этот 10 амперами. Напряжение уже, но этот еще дозаряжается, в принципе, его можно уже отключать. Здесь там, вот этот заряжен уже, правый. Тестировал я их током в 1 ампер, отдают они даже больше, чем на них написано, вернее, по паспорту. 2600 у них по паспорту, они отдают себе даже больше, 2650. Тут самое большее отдал 2688, здесь 2627. Датчик температуры я сюда прикрепил, можно будет посмотреть температуру. До 2,5 вольт разряжать будем. График разряда я приложу в конце видео. Странное творится. Чё так напряжение прыгает? Чё за глюки? Чё такое? Ну, видите, что происходит? Как только ток становится больше определенного значения, что-то прям с внутренним сопротивлением становится нереальным. Напряжение проседает сильно. Я думал, что это зарядка глючит. А это, оказывается, не зарядка. Вот график будет скакать. Смотрим, 11 ампер. Выдержит ли аккумулятор? 10? Нет. Поставим 10 ампер. Датчик температуры, видимо, не в нем было дело. Я думал, что это в нем дело. Можно подключить датчик. Ну, тут горячее будет. Да, аккумуляторы, конечно. 10 ампер – это их предел, и то даже при 10 амперах они... Ну, у них такое ощущение, что вот здесь вот клапан отрабатывает. Здесь, в этом месте, они сильнее греются. Переходное сопротивление здесь, в месте, где клапан, не рассчитано на такие токи. Я думаю, что это перепакованный, в лучшем случае, 26F. Они, да, обычно отдают больше своей емкости, тоже где-то 2700 мАч. Сейчас они остынут. Ну, график вы видели уже. Сейчас они остынут. Пляшет график туды-сюды. Сейчас они остынут. Я попробую их зарядить. Как они себя чувствуют после такого дикого к ним отношения. Зарядил я после разряда 10 амперами и 20 амперами, если это так можно назвать. Хотя не держат такие токи выше 10 ампер. Вот. В принципе, в них залилось то же самое количество, что и сейчас. После этого я их разрядил. И вот сейчас второй раз зарядил. И все равно после двух циклов разряда 10 амперами
у них по-прежнему еще чуть выше, чем паспортная емкость. Значит, в принципе, химия это у них хорошая, ну, скорее всего, даже это Самсунги. Ну, какие-нибудь 26F. Но все равно, такими токами, я думаю, долго они не проживут. Хотя можно попробовать, зато дешево очень. Конечно, в два раза дороже за высокотоковые, кто-то, может, не может переплатить. Было бы, конечно, интересно, если кто-то использовал такие элементы у себя в шуруповерте и потом спустя там циклов 100, хотя бы 200, ну хотя бы 100, конечно, сразу было бы видно. После 100 циклов уже можно было сказать динамику и замерить емкость после этого количества циклов. Ну все, в принципе, видео такое вот получилось, не совсем стандартное. Обычно всегда токи держат, те, которые я задаю, но тут получилось вот так вот. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, добавляйте ролик себе. До новых видео, всем пока!